Изменение заключается в том, что не будет изоляция пациентов, которые контактировали с новой коронавирусом, с больными новой коронавирусной инфекцией. Раньше был карантин, составлял 14 дней. Пришло постановление 21 января, которое вступило со следующего дня, с 22 января 2022 года. Карантин изменился, время карантина изменилось с 14 дней до 7 дней. С постановления, которое вышло 4 февраля, и работаем мы с сегодняшнего дня. Изоляция пациентов, которые контактировали с больными COVID-19, отменилась. Поэтому выписка больничных листов отменена по карантину, по изоляции. Пришли изменения, также введение больных с новой коронавирусной инфекцией. Если мы раньше больным с новой коронавирусной инфекцией после ПЦР, подтвержденного ПЦР лабораторно положительного теста, через 10 дней мы сдавали тест ПЦР и ждали отрицательного мазка. Теперь больные с новой коронавирусной инфекцией будут находиться на больничном листе около 7 дней. При отсутствии жалоб. Если будут жалобы, то больничный лист все равно будет длиться до выздоровления. Но нет необходимости иметь отрицательный тест или повторной сдачи отрицательного теста ПЦР для подтверждения, что нет новой коронавирусной инфекции.